Салам алейкум, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Наконец-то этот день настал, мы дождались, Трувер представил альбом «Каз Правды». Я так понял, это улица, тут что-то я, ну, подобное видел, вроде вот такая улица есть. Изначально я думал, что это типа газеты, типа «Казахстанские правды». Вот, ладно. Прикольно то, что 104-й представил альбом в начале года, Трувер представил в конце. И, по-моему, работа велась год над этим альбомом. Здесь 14 треков. Очень-очень даже неплохо. Есть крутые фиты с АТЛом. Интересно было бы услышать. Дерзко заинтересовал. Здесь недра и скриптонит. Недавно вспоминал Курта. Типа, блин, что-то вообще не слышно о нем. Ну, просто когда играли треки совместки как раз 104-го и Трувера с ним. И я такой, блин, что-то куда пропал-то чувак. И вот, собственно, тут его аж в трех треках. Но Рахмет мы слушали, поэтому промотаем. И все, все остальные, по-моему, я не слышал. Ладно, давайте не будем тянуть и приступим уже. Вы долго ждали, я все понимаю. Но я вот только добрался до этой прослушки. И это видео, наверное, выйдет завтра или сегодня ночью. Ну, не важно это все. Просто я сейчас конкретно завален с этими сериалами, клипами и так далее, шоу. Ну, просто поймите, я как бы вообще практически не вылазю из этого компьютера, постоянно сижу и монтирую, так что спасибо всем терпеливым, спасибо, что ждете, что смотрите, что комментируете. Если не подписаны, подписывайтесь. Вот, и все, у нас скоро 20 тысяч, офигеть. Ладно, погнали, интро. Мне кажется, что в этом альбоме будет прям все за район, за Казахстан, за своих пацанов, ну, за движ какой-то и так далее. И я очень жду прям разъебывающие биты. Так, Муса. Неплохое интро, ну, простенькое начало такое, готовящее нас к чему-то серьезному. Как-то в подоставшаут гоняли 50 кей, тех, кто катит тысячи по щеклянам. Для нас были всегда на старт. Позже мы на чайзере, на чайнике, как все мы его звали. Ёбнул трек для девочек, там же отснят. Прикольно. Мы наплывали на углу 1 мая. Всё нормально, как вам мой старый город. Скотт и Флот, старый город. Кто мог распать, или ловить, но всё равно мы летим, словно там нам сходный. Качает. Так, Жаё Муса, кто это у нас? Прикольно. Ну, то, что тянет. Композитор. Крутая, вот второй парт крутой. Ну тут что-то о чем-то, короче, о ком-то, возможно, даже прям. О какой-то ситуации. Кто в Казахстане, наверное, знает. Майк глазах тает топ на автосити, год ломара, фонцов чё я потерял. С Павлодара топал по пути, рассыпал, чё я потерял. This is большой, я вымах, меня не просто догнать. Я пришел все мое, я не буду стоять, я пришел все мое. Живу я с меланической, огненный парк, чисто вид. Пули, дыри, все удары. Нормально. Запускай ракету, братик. Много-много дел и денег, окей. Так что базару не дверь. Тащи тысячи, тащи миллионы в дом. Пришло время, я напомню. Ассифрую, шесть большой. Мы едем дальше, а так не болей. Время на ангеле не твое. Будет твое, отлетай прям ко мне. Дерзко, дерзко. Особенно строчка Хаджиме «Смелом натиске».
Очень-очень даже. Трувер в своем репертуаре, что еще скажешь что-то? Так, яд. Продюсер скриптонит. Здесь бит покруче, мне кажется, чем там. Ну, поинтереснее как-то звучит. Острый как кант, свежий купол смело вырезает твои парты. Пока ты хотел быть рядом с трубой, и труб был недоступен с твоей падой. Разгончик. Здесь только чтобы двигать шаттер, и не стыдно, я вдупляю, кто... Прикольный парт. Нравится мне, как манера чтения, флоу у Трувера. Очень-очень дерзкий тип. Так, Джел. Каз правды. Также produced by Скриптонит. Продди. На паленых пешках летишь пока с правды. Дыму полили просвет. Тени валили осад. Гребаный джобы пократ. На моем месте порядок. Но в голове ветер. В голове жир. В голове жир. Лес в уши, через папки, в тепле города, тут будто драты. Пачка глаза сад и запачкался. Старый, не купи тут и купи хоть худи. Чику, вся моя улица, видели? Первый, кто тебя высадит, ты не готов на таков ход событий тут. В смысле ход, в смысле тут. Эти блоки тебя съели, бро. На паленых пешках летишь пока справа. Дыму полили просвет. Каждый дурачок могиле поправил баланс и здоровье талант. Тебя столько раз будили, ты же все сам просадил за последним. Город не любит дешевок на гребне волны, лазовых идей и сложных волн. В целом прогресс, общаясь на ры. Что такое рейнджеры? Ссылочки. Очень крутой бит, особенно в начале. Пушка. Класс трек, но я не знаю, что такое рейнджеры и что такое джел. Так, Рахмет. Слушали. Давным-давно где-то на канале есть. Наша Нераке. Короче, не всем понятен будет этот альбом. Особенно тем, кто в России. Такой звучок олдскульный. Ну, сам сэмпл этой скрипки. Чё такое майф? Мы Павлодары, ты кражи эмоций. Не тот звук, биты, осы, ботки, черные в рост. Я однажды, я налегке. Я только начался. Глазами не глупо, с глазами убитыми. Готов пойти на риск, куда бы ни двигали. Все в уши, да. Павлодары, ты когда вся индустрия на колени. Как и раньше. Хорош. Я только начался. Интересный бит. И это сэмпл. Что это вы там считаете, а? Так, немало. Слушайте, пока все то, что я ожидал. Скриптонит, вообще удивляешь. Ну, продюсер бай Скриптонит. Ну, удивил вот этим треком. Сам Трувер здесь другой. И Скриптонит представил. Ну, я такой, он писал. Интересно звучит. Так,
такой прям драйвовый трек. Так, дерзко. Я тут читаю пока этот Produced by Даррен Абдрахимов, Павел Петренко, Скриптонит. Классная строчка. Дерзко. Круто вообще. Класс, я рад за недрек. Ну, отец просто зашел. Типа, чуваки, ну-ка. Пушка. Мне кажется, это крутейшая вообще версия. Классно то, что сделали ремикс. И классно, что здесь нет Кали. По-моему, это круче, чем оригинал. Ну, собственно, совместно с Кали. Но он там тоже был неплох. Но просто это звучит куда круче. Будто мне подарить день, чтобы убрать твою, отправить тебя. Джек, дай. Располась улыбка. И так хрёв, что родной. Закрать его же должен быть те, кто мается хуйня. В этой миле ты не в главной роли. Резолю, словно так и надо. Снова твоя парень, недовольна. Снова надпись Нейки Андерс. Не ваш типаж. Не важно вроде. Не сказка вовсе. В тех комнатушках, кто в порядке, кто... Мои имена в стене, красные полоски на спине. Пацаны не просто в косяке. Эти тяги знаю по себе. Я эти тяги знаю по себе. Мусор далеко не по-по. Оставил деки го-го. Не насыпный я твой густел бобо. Сука хочет бабла во-во. Вот такой же дай хули. Вот такой нахуй дрил кондес. Гвозди охотящий хайлайт. Курт вообще дерзкий прям тип. Обожаю. Классный. Гитар классная. Чистый музончик под конец. И круто, круто. Хочется больше слышать. Вообще было бы идеально услышать EP Трувера и Курта. Мне кажется, будет пушка. Бомба. Так. Очень интересно услышать весь отца. И очень интересно, как они оба будут на совместке и что будет с музлом. Ты даже не подумал бы, как я врываюсь в массу и взрываю, как я после снятой басу не желаю больше. Вряд ли бы ты кем-то хотел знать меня. Ты во всем страсть, мой царь, мать крица. Власть от всех, тут ты идеальный пацан. На маме нет лица, но это же без конца. Красота по-павлодарски, это когда ты прям здесь, пацан. Пускай драм в руках, майк, таким вот я стал. Подъезд залетает по осаду, да, речь потеряет там вал. Есть оскал, ведь я весь вот царь. Серьезная тема. Вот тут вот прям чувствуется какой-то взрослый Трувер. В старом бумере нашел сотку и вспомнил, как в нем же когда-то проебался сам. В новом бумере я не нашел кнопку, что разморочила б меня на десяток лет назад. У меня с ними разногласия, они на сами свой первый снег утюжили. Там в кармане дыра такая черная, что поглощала свет, деформирует. Мой сын будет весь своего отца, жаль. Сын будет весь своего отца. Даже не подумал бы, как я врываюсь, маши взрываю. Круто, балдежная тема. Проблема отцов и детей. Классно. АТЛ получается подстроился как бы под трек и под бит. Не меняли для него ничего. Вот, и звучал он кайфово на этом бите, собственно, как и сам Трувер. Да и сам бит хорош. Вообще, я слушаю в основном и читаю тексты, чтобы понять, уловить. Ну, если что, не удивляйтесь, что я
в основном молчу. Очень интересно, ну, о чем читает Трувера. Что такое май? Поэтому я пропадал дед, но не с вами. Но я не играл на касание. Когда задрожите, разберете со слоем. Классный звучок. Я не узнал, но я не про мой бокс. Помни мой бокс, типа поймай. Но я знаю, на отлично такие, как ты. Будут такие, как ты, тут дурки, такие, как ты. Но застрелиться с тобой стоит. Я так и не понял, что такое майф. Возможно, я все-таки реально тупой. Но вообще, очень классный бит. Все по кайфу. Так, полный контакт. Пусть вас не пугает, высота и бездна. Пустота и лесу, красота и дерзость. Мусора и местность. Прикольно еще флейта там что-то так мощно звучит, круто вообще. Залетаю в суку на две полоски. Очень крутой припев и крутейший бит, классный 104, как всегда. Классно было бы еще услышать и пишку от Трувера и 104-го. Трувер 104, Трувер Курт. А если еще они втроем объединятся, это будет круто. Бит супер. Прям вообще мощь. Убили. Шикарно. Так, Салтустик. Тоже хз, что это такое? Надо мной небо цвета титана, это полвозник. Надо мной небо цвета титана, это отсылочка тоже. Строф или галочка, мать ее, тащи, дичь. Роф или хейт, или гамма, летающий дичь. Как полис ужасаясь нас, как своих родных и мозг. Я ехал вытащить, промутить, а не долбиться в дёс. Время начинается, 7, 9, не свей, сойди. Гудел всю ночь, не осадил. Проясибал, не осадил. Думал, понеслась, чапа, заебал о чём-то. Бумага просит рифму, заметки больше панч. Думал, вроде всё не чё-то. Надо мной небо цвета титана, со мной 7 невъебенных пасов, каждый хочет не меньше ляма. Шикарный, шикарный альбом. Так, ну, в принципе, как я и ожидал, по сути, можно сказать, что и не удивил меня он, так как, ну, просто подтверждены были мои ожидания. Дерзкий альбом, очень крутые биты, тексты, понятно, о жизни, о нем, конечно, что-то личное, взросление его, улица, район, там даже про отца, всякие замуты, движ и так далее, падики тут тоже засветились. Ну, по текстам тоже, в принципе, все было понятно. Совместки меня порадовали очень, и я очень рад за Недры, то, что он в одном треке со Скриптонитом и Струвером. Это прям успех, я считаю. Классно порадовался за Трувера, то, что у него есть совместка с АТЛ. Тоже очень классно, и вообще совместка очень крутая. Я в основном слушал музыку, читал тексты, потому что, ну, я понимал, что я не выкуплю, и я и так не все понял, о чем читал, что там, ну, какие-то слова. У Трувера есть такой свой какой-то
сленг, жаргон, какие-то словечки. Я помню, когда слушал, думал, ну, песню «Сост», я думал, что это такое вообще, «Сост»? Потом только докурил, ну, когда уже слушал, понял. Но здесь все равно не выкупил в некоторых местах. Вот. Больше всего меня заинтересовало, что такое «Майф». Мелькало несколько раз. «Мусы» — это, видимо, какая-то ситуация о каком-то человеке. Потом «Ренджиме», по-моему, или как там, что-то такое словечко какое-то было тоже, и еще что-то. Ну, короче, не выкупил некоторые темы. По флоу все очень круто. Он, видно то, что старается, ну, видно, повзрослел парнишка, старается как-то иначе звучать, где-то меняет. Флоу очень круто, красавчик. Но я бы хотел все-таки, чтобы, ну, вот сейчас думаю, он же как бы оправдал все ожидания, а у меня были до этого еще. Это сейчас я так думал, то что, ну, по-любому тут, наверное, будет про район и так далее. У меня было предположение, что он ворвется и удивит всех этим альбомом, как когда-то сделал Скриптонит. Вот. Даже у 104-го, мне кажется, в плане музыки куда поинтересней альбом. И не только в плане музыки. Сам 104-й, он как бы вырос. И там видно, как он изменился. А здесь все тот же Трувер. Вот. И это как бы неплохо. Но такой есть небольшой осадочек, можно сказать. Ждем. Я надеюсь, то, что в нем вырастет этот пацан и будет раздавать стили не хуже Скриптонита 104. Ну, он и так не хуже, конечно. Ну, вы поняли, я надеюсь, о чем я. Все-таки тут больше такой пацановской темы, очень дерзкой темы. Альбом нужно еще погонять, послушать. Возможно, кому-то он зайдет именно как на тренировки, там, на бег или так далее, или там в тачку залетит. Вот, я пока не знаю. Альбом 104-го мне вот конкретно вкатил. Я его слушал там на репите долгое время. Посмотрим, что будет с Трувером. Как вам? В комментариях ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.